Всем привет, всем здравствуйте! Я вас приветствую на эфире, который посвящен марафону батл дизайнов. Сегодня первый батл, и у вас будет возможность поучаствовать в 4 батлах. Смотрите, каждый батл — это отдельный победитель. Поэтому, когда у нас будет выставка 25 числа, я объявлю аж 4 победителей в каждом батле. Мы до этого делали марафон, это когда нон-стопом вы повторяете каждое задание, и тот, кто не слился вся в самом конце, мы выбирали победителя. Вот, в этот раз мы решили чуть-чуть сделать попроще, чтобы каждый победитель был в каждом батле. Поэтому вот сегодня прямой эфир у нас будет посвящен первому батлу. Дизайн в стиле Fashion Factor. И 25 числа именно с хэштегом, который я укажу вот под этим постом, когда выложу прямой эфир, я буду искать победителя. Вот. Будет очень легко тогда выбирать, и вы увидите, кто выложил работы с этим хэштегом, и я смогу спокойно выбрать. Потому что раньше было сложно, когда ты в куче выбираешь первый, второй, третий день марафона. А здесь классно, что за каждый день будет новый победитель. Вот, классно? Эфир обязательно сохраню. Вы что? Обязательно сохраню. Пропишу еще раз все условия. Потому что сейчас я сумбурно сказала, очень быстро, и, скорее всего, вы многие недопоняли условий. Сейчас ваша задача просто посмотреть. Смотрите, сейчас задача просто посмотреть, и все. Как повторять? Смотрите, повторять можно будет как на руках, на 5 пальцах, так и на типсах, на 5, по желанию. Самое главное условие — нужно сделать в конце красивую фотографию, чтобы это была либо рука из 5 пальчиков, либо красиво разложенный натюрморт из 5 типсов. И вот обязательное условие, чтобы там на фотографии где-то лежал какой-либо продукт марки Эми. Причем не принципиально те продукты, которые я сейчас буду использовать. Вы можете альтернативные цвета подобрать. Самое главное, потом, когда вы будете делать итоговую фотографию, чтобы она шла с продуктом. Вот. Ну что, приступаем. Кто мне сейчас вот запинал, пишет, смотрите. Где, когда что-то не получил. В Краснодаре. Ну, это, возможно, сам Краснодар проводил. Вот, пишите мне. Мы вам вышли, я, возможно, попробую найти пеналы, хотя не обещаю, у нас их сейчас, по-моему, уже нет в наличии, мы их не продаем. Вот, короче, отключаю фильтр, переворачиваю. Так, отключаем фильтр. Смотрите, как я красиво подготовила. Вот она, готовая рука, готовые типсы. Вы можете эту работу повторить либо на руке у себя, либо сделать типсы, потом разложить очень красивый натюрморт и сделать фотографию. Вот. И я фотографию тоже выложу готовую после эфира следом. Поэтому не переживайте, можете пересмотреть эфир еще раз. Сегодня дизайн, кстати, несложный будет, но очень кропотливый и требует от вас очень много усидчивости. Так, я надеюсь, что я фильтр отключила. Как понять? Так, ну давайте. Кстати, видите, как прикольно она на магните, эта рамочка. Нужно вот так. Кстати, делайте такие вдохновляшки для ваших клиентов. Я, когда мастером работала, я очень любила вот такие штуки всякие делать. Во-первых, они классно украшают стол, вот, и клиентов, пусть не с первого раза, но мотивирует когда-нибудь, но попробовать дизайн. Когда-нибудь, но попробовать дизайн. Так, ну, мы начнем, получается, с варианта большого пальчика, смотрите. Он самый такой, с большим количеством дизайна. Сейчас мы чуть-чуть тут поровняем. Смотрите, цвет не обязательно повторять. Вы можете сделать в своем цвете. Давайте так, да, еще облегчим задачу.
Вот. Но самое главное — приблизительно повторить дизайн, эту технологию. Фотография итоговая должна быть с продуктом Эми, причем любым, там может кисточка Эми лежать, баночка краски, там, гель-лак, топ. Я сейчас беру из новой коллекции очень красивый шиммерный цвет, такой розово-бежевый. Он имеет такой серебристый отлив. Сейчас мы два слоя покроем. Так, сушим. Да, форму типс можно другую. Смотрите, девочки, форму делаете любую. Я просто, видите, последнее время хожу с этой формой, она мне очень нравится. Я сейчас, скорее всего, посмотрю, я сейчас себе спилю ногти и сделаю наращивание этих типс. Поэтому, скорее всего, у меня итоговая фотография будет на руках, на моих руках. Вот. Кто не захочет, можете просто сделать на типсах. Форма любая, цвет другая, цвет любой. Желательно повторить технику и композицию. Опять же, если даже каких-то шармиконов нет, чего-то нет, делайте вручную. Самое главное — просто визуальный похожий вариант в самом конце. Стоимость планшета. Так, стоимость планшета, девчонки. Это вообще рамка для зарядки телефона. Но мы это сделали сначала как подарок. Я не помню для чего. По-моему, для дистрибьюторов делали вот такие подарки. И все сказали, давайте продавать эти рамочки вообще для типсов. Хотя изначально, смотрите, вот сюда ставится вот так телефон. Здесь как раз подключается зарядка, видите, место для заряда. Но в итоге всем так понравилось, все стали клеить типсы сюда, и я в том числе, что, ну, вообще это вещь для телефона, это подставка под телефон. Вот, ну, в итоге я для ногтей это использую. Дизайны будем делать разные. Вот сегодня баттл посвящен дизайну брендовый маникюр. В пятницу следующий баттл, это будет уже другой победитель. Еще раз напомню, смотрите, в чем смысл вот этого марафона. Вы сможете поучаствовать в каждом дне и попробовать стать победителем чуть ли не в каждом дне. Будет один победитель за один баттл. Я буду заходить по хэштегу, который я сейчас в посте напишу, и там будет хорошо видно всех участников и уровень дизайна всех участников. В пятницу, скорее всего, что-нибудь будет, ну, что-нибудь такое неформальное, скорее всего, будет. Сегодня у нас такое классическое брендовое маникюр, мы начали с простого. В пятницу сделаем что-нибудь посложнее и что-нибудь неформатное. Так, сделали. Теперь берем, чтобы было легче рисовать вот эти квадратики, у нас есть трафарет готовый. Я уверена, у вас у многих, кто вот давно пользуется нашими трафаретами, мы их перевыпускаем каждый год. Вот сейчас мы их перевыпустили и сделали, вот черный фон добавили к трафарету. Раньше эти трафареты были только вот такие бежево-золотистые. Вот сейчас вот добавили еще черный сюда рисунок. Поэтому кто плохо, например, ориентируется, можете использовать трафарет. Если трафарета нет, пожалуйста, вы можете вот этот рисунок сам сделать от руки, наметить, да, пунктирчиком набросать, чтобы вам было удобно потом видеть эти квадратики. Потому что если вы не наметите эти полосочки, нарисовать идеально в шахматном порядке будет очень сложно. Стеганый вид кожи, ее используют очень многие бренды, да, сегодня я вдохновлялась брендом Валентино. Сегодня у меня, видите, причем, знаете, я не просто так, я давно распечатала эти картинки, давно хотела провести эфир по Валентино с сумочками, потому что, во-первых, у нас
Dolce Vita, кто покупал Шармикон. Это, кстати, апгрейд Dolce Vita, Шармиконов. Есть вот такой знак как раз Валентина. Он мне сегодня пригодился. Ну и я еще мечтаю об этой сумке. Вот у меня сумки только Louis Vuitton. Не знаю, почему я упорно покупаю Louis Vuitton, потому что, ну, приверженец этого бренда в плане того, что этой сумкой можно бить о пол там в течение часа, ей ничего не будет. Вот сейчас я мечтаю о сумочке Валентина. Вот. Ну, так как я волшебница, эта сумка у меня будет. Я хочу вот именно такую, а повторять буду вот такой вариант. И видите, Валентина тот бренд, который вот этот стеганый вид кожи, они его очень часто применяют в своих аксессуарах, ну и особенно в сумочках. Так, девчонки, сейчас давайте вопросы только по дизайну. Хорошо, потому что, ну, мне сейчас такая кропотливая работа будет, очень мелкая, много. На большое количество вопросов я не смогу ответить. Я в конце эфира, если останется время, отвечу. Если нет, можно будет под постом этого эфира. Смотрите, сейчас кладем в лампу, сушим. Написать вопросы, на которые я не ответила. Вот про Ирландию. Я сейчас вот, видите, не могу сказать, в Ирландии есть эти рамочки или нет. А так вы мне под постом напишите этот вопрос, либо в директ. Я запрошу у менеджера информацию, он точно мне скажет, есть эти рамочки в Ирландии или нет. Сколько стоит такая сумка? Блин, я, кстати, вот в Дубае, когда была... Я заходила, смотрела, но я сейчас цену не помню. Ну, как правило, брендовые сумки, они стоят в среднем от 100-150 тысяч и выше. Все зависит, опять же, от размера, от количества фурнитуры. Мне вот это, конечно, прям очень нравится, обожаю. Сейчас вот с мелким. Я просто сейчас не помню, какие у них конкретно. У них последние были цветочные. У меня был даже как-то эфир в клубе, посвященный новым сумкам Валентина. Они в виде выбитых кожаных цветков сделаны. Так, после того, как вы слайдер подсушили, либо еще раз напомню, у кого трафарета нет такого, берете и вручную рисуете контур, чтобы вам было легче сориентироваться по квадратикам. Обрабатываете ультрабондом. Все обработали. Сейчас я покрываю теклосом, чтобы наклеить все шармиконы. Сегодня дизайн очень простой, но кропотливый. Смотрите, очень много мелкой работы такой будет. Я буду на какой-то момент даже замолкать, потому что когда я разговариваю, невозможно эти квадратики аккуратно нарисовать. Сейчас, кстати, можно было бы теклос не наносить вот на эту зону, но я что-то забыла. Так, сушим. Так, а параллельно делаем вот такой вариант. Видите, у меня типсы такие маленькие. До какого времени, смотрите, все батлы будем оценивать 25-го. Я где-то 24 октября выберу победителей в каждом батле. И 25-го на выставке мы объявим победителей и отправим подарки. Подарки, кстати, классные. Там получается первый подарок, один из подарков. Там будет два набора красок, один импаста, второй краска гелевая и наборы кистей. Потом следующий подарок. Так, сейчас, секундочку. Делаем ложе яичко. Ну, понятно, что если это делать на себе или на клиенте, то лучше взять отдельно тонкую кисть и нарисовать ложе. Так, сушим.
Я три типса покажу. Хорошо. Так. Баттл несложно. Здесь самое главное повторить дизайн визуально. Можно по цвету один в один не делать. Можно сделать цвет любой, но композицию и технику визуально повторить. Даже если нет трафаретов и шармиконов конкретных, ничего страшного, просто сделайте это вручную. Просто прорисуйте это. Сейчас, подождите, комментарии я не читаю, потому что делаю. Так, теперь мой любимый шармикончик. Изогнутые линии номер 147. Вот, номер 147, изогнутые линии. Да, нужно сделать 5 типс. Вот так, красиво расположить их. Сделать какой-то красивый натюрморт, прям вот композицию из 5 типсов. Обязательно положить продукт Эми где-то рядом, либо их положить на продукт. Я сегодня, короче, сделаю, когда фотографии, и выложу в карусельку, вы посмотрите варианты. Я и типсы сфотографирую, и руки сфотографирую с этим дизайном, и вам будет более понятно. Сейчас, возможно, непонятно, как должна выглядеть готовая фотография. Потом, когда я сделаю пост с листалкой, вы все поймете. Ну, плюс-минус можно что-то добавлять в дизайн, хорошо, но постарайтесь прям вот, ну, максимально повторить его. Цвет можете делать любой, еще раз повторю. Так, ну, тут в изогнутых линиях, кстати, встречаются вот такие просто линии. Но если что, у нас эти линии есть отдельно. Просто прямые линии. Тоже нет вот таких шармиконов готовых. Ну, значит, делайте с фольгой эти линии. Там, делайте с пигментом эти линии. Там уже вот по желанию. Что есть, тем и делайте. Ну, самое главное, просто повторить компоновку. Так, не люблю, конечно, вот конкретно этот шармикон клеить на типсе. Удобно клеить на клиенте. Потому что, видите, тяжело одной рукой, нужно двумя руками примерять этот шармикончик. Тут безотходное производство было, видите, приклеила обратно. Так, теперь берем Dolce Vita. Вот кто, кстати, в первой партии не успел купить эту Dolce Vita, помните, когда выходил этот шармикон, он очень быстро закончился. Очень быстро его разобрали, и мы его потом перевыпустили. Вот, и причем, когда мы его перевыпускали, мы еще чуть-чуть его переделали, апгрейдили. Вот мы буковок Валентина, вот этих бляшек добавили чуть больше. Конечно, не прям как у Валентина, но а-ля. Вот, видите, тоже у меня распечатанные картинки, я вдохновлялась. Типсы можно любой формы. Конечно, можно сочетать, делать либо в серебре, либо в золоте тоже. Либо в серебре, либо в золоте. Так, сделали. Дальше как мы поступим? Дальше мы перекрываем все матовым топом. Но если бы я делала это на клиенте, смотрите, я обязательно сейчас бы прошлась бы слой топ-слайдер, а потом только уже матовый топ. Вот. Ну, так как у меня сейчас типсы, то, в принципе, я сразу покрываю матовым топом. И сейчас будет кропотливая работа. Будем рисовать стеганую кожу, делать бусинки, потому что бусинки я не стала делать из бульонок. Я сначала принесла бульонки,
Вот. И потом поняла, что ну, бульонки у клиента, вот если вот так по одной штуке, сильно кропотливо и отвалится все. Вот. Поэтому я эти штучки делала при помощи текстона, я сейчас покажу. Тоже работа кропотливая, но зато будет хорошо носиться. Смотрите, девочки, вы можете участвовать только в одном батле. Всего будет 4 батла. Можно участвовать во всех 4 батлах. Тогда есть вероятность, что вы можете там 2 раза победить, либо вероятность, что точно победите, да, если у вас там супер уровень. Понятно, что если, например, вы хотите вот именно в этом батле поучаствовать и повторить именно этот дизайн, без разницы, когда вы сделаете работу. Главное, чтобы она у вас под хэштегом была выложена до 25 октября. Потому что я буду каждый батл заходить и под определенным хэштегом смотреть все работы и выбирать одного победителя. Хэштег сегодня будет под постом. Все, опять же, вы можете сориентироваться под эмпасту, которая у вас есть. Тоже совет. Если вы эмми-мастер и пользуетесь нашими эмпастами, и... Вы видите, например, Катя Мирошниченко работала новая эмпаста из новой коллекции. Вот я сейчас беру новую эмпасту. Это новая коллекция. И у вас, например, нету. Ну, значит, берите эмпасту, которая у вас есть, например, из классического набора. И тогда цвет гель-лака подбирайте под этот цвет эмпасты, отталкиваясь от этого. В общем, цвет мне не важен, в каком вы цвете сделаете. Самое главное повторить сам дизайн и композицию. Тоже золото-серебро будет, не имеет значения. Все, поехали. Сейчас начинается кропотливая работа. Я себе чуть-чуть время сэкономила за счет того, что я использовала трафарет и шармиконы. Но это все равно не умаляет достоинства этого дизайна. И нельзя сказать, что это не ручной дизайн. Это ручной дизайн. Так, буквально сейчас я комментарии не читаю. Потому что читать нереально. Мне вот нравится очень часто брать трафарет белый, либо вот такой бежевый. Он тогда очень так гармонично смотрится, в глаза не бросается, и при этом мне удобно ориентироваться на него. Кисточку я взяла 5/0. Она у меня чуть-чуть обрезанная. У нее тупой кончик. Кто вчера был на эфире по лаковой и крокодиловой коже, вы видели. Очень удобно тупой кисточкой рисовать пятна. Я обожаю эти дизайны. Помните, у меня был период, мы все коллекции, какие выпускали, гель-лаков и красок, все модели у нас были всегда с фэшн-фактурами, с такими фактурными дизайнами из импасты. Потом мы от этого отошли, ну, потому что это достаточно трудоемкий дизайн, трудозатратный. Многие не хотят париться и делать такое. Хотя дизайн офигенный получается. Это как раз для клиентов, кто, например, любит в гардеробе классику носить, кто любит в гардеробе клетку, гусиную лапку, твидовые вещи. Там, и неважно, в моде сейчас это или нет, да, они всегда вот такие какие-то вещи носят а-ля бренд, я называю. Потому что всегда гусиная лапка, твид и... Клетка ассоциируется с такими брендами, как Шанель, Диор. Да, хотя сейчас вот у Диора это редко встречается, но тут очень много с Шанель ассоциируется, с Валентино. Ну, Луи Виттон, конечно, последние разы уже такой он. Не а-ля классика, а очень неформальный. Казалось бы, классический бренд.
а такой неформальный. Это многие, знаете, иногда пишут мне, говорят, что с вами произошло, почему у вас такие дизайны, мои клиенты такие дизайны не хотят. Поймите, это сейчас вот просто тенденции, и они общие, не только рассчитанные на молодых клиентов, а бренды сейчас прививают другой вкус в одежде, в принтах, и даже такие киты, как Dior, Celine, Louis Vuitton, особенно Dolce & Gabbana, Gucci, они делают очень неформальные и принты, и лекала. Вот согласны с этим? Даже такой вот бренд, очень яркий и аляповатый, Dolce & Gabbana, который всегда был приверженцем гипюра и цветов. Последняя его коллекция очень яркая, очень неформальная и очень абстрактная. Ну, видите, как без фанатизма. Так, чуть-чуть подсушу, буквально 3 секунды. Да, я чистой эмпастой работаю. Если чувствуете, что, например, потому что они от цвета к цвету, эмпаста может быть разной вязкости. Если чувствуете, что цвет, который у вас есть, эмпасты, густоват, ничего страшного, вы берете Теклос, смешиваете эмпасту с Теклосом, они очень хорошо дружат. Вот, и тогда разбавленной эмпастой тоже очень, например, удобно квадратики делать. Роберто Кавалли. Ой, я обожаю Роберто Кавалли. И сейчас Роберто Кавалли, кстати, возвращается к своим корням. Если посмотреть сейчас последние коллекции Роберто Кавалли, они, конечно, все еще Роберто Кавалли. Это такой вот, знаете, вот этот итальянский шик с такой легкой изюминкой перебора, так же, как у Dolce & Gabbana. Ну, итальянцы, они такие есть. Вот, они любят все в стиле кич. И поэтому они нам для русских очень близки. И даже Роберто Кавалли, если вы посмотрите последние коллекции, тоже они очень такие неформальные. Я очень люблю моду, я обожаю моду. Я поэтому в клубе, когда эфиры делаю, нет-нет, но периодически возвращаюсь к брендовому маникюру и к теме вдохновения для маникюра, который мы черпаем из показов мод и модных журналов. Тем более сейчас столько приложений классных, где это все можно находить. Приложение Vogue, приложение Pinterest. Кисточка тупенькая, я ее сделала тупой специально, она у меня специально для вот таких дизайнов лежит. Рисовать ей тонкие линии неудобно, а вот такие всевозможные пятнышки очень удобны. Сушим. Можно, смотрите, вот спрашивают, можно ли другие слайдеры. Ну, а какие другие? Понимаете, если у вас нет нейл-круста, стеганый маникюр, то ничего другое вы не приклеите. То что вам нужно сделать? Вам нужно взять вручную и нарисовать вот такие еле заметные полосочки, чтобы у вас получились квадратики. Да? Вот, вы эту сетку можете сами вручную нарисовать какой-нибудь такой полупрозрачной нейтральной красочкой, да? Ну, вот лучше взять что-нибудь такое серо-бежевое, либо вот так пунктирчиком нарисовать, чтобы вам потом было легче ориентироваться, квадратики рисовать. Значок вот этот Валентина, его тоже можно вручную нарисовать. Нарисовать сначала черной краской, а потом просто золотой продублировать.
Сейчас, если что, покажу этот значок Валентина, как я его рисую вручную. Договорились? Сейчас. У кого не будет шарникона Dolce Vita, вы сделаете этот элемент Валентина вручную. Галя! У Валентина традиционно, видите, там, где перекрещиваются линии одна с другой, да, стёганой кожи, идут клепки квадратные. Это такая отличительная сейчас черта Валентина. Если ты это видишь, ты сразу понимаешь, что это обувь Валентина, либо это сумки Валентина, либо это аксессуары Валентина. Ну, такие мелкие квадратики я не стала себя мучить, рисовать. Думаю, нет, это я с ума сойду, у меня уже зрение не то, чтобы я квадратики сейчас такие мелкие золотые рисовала. Я не парилась, я просто взяла и сделала кругленькие. Сначала хотела сделать бульонками, потом поняла, что аккуратнее будет. Бульонки будут все равно как-то громоздко смотреться. Если, например, вы вдруг надумаете клиентам повторить, ну, бульонки, когда они вот так по одной штуке стоят, они, как правило, отваливаются. Даже если на гель посадить. Хотя, может быть, если делать это очень тщательно, будет хорошо стоять. Ну, в общем, захотите, сделайте бульонками. Я буду делать вручную. Все, сушим. Теперь берете Джемти. Галь, принеси мне набор эмпасты, чтобы там и золотую эмпасту, золото барокко. Так, теперь берете Джемти Клер. Можно, кстати, не Джемти Клер, а вообще любой Джемти. Любой, без остаточной липкости. Можно, в принципе, и скульптурный гель взять. Можно и скульптурный гель взять. Берете что-то без остаточной липкости, густое, и просто ставите горошинки. Эмпасту нужно, конечно, еще будет досушивать. 2 минуты эмпаста сохнет, у нее исчезает остаточная липкость, и сверху уже не нужно ничем перекрывать. Я сейчас взяла клер. Вот, если у вас цветной джемти есть, можно цветной, не имеет смысла, потому что, вернее, не имеет значения, потому что я сверху текстоном золотым перекрою. А текстон, он практически все перекрывает. Можно взять такой полупрозрачный, желтый джемти. У кого есть цитрин, вот, можете цитрином сделать эти пупырышки. Клепочки. У кого есть белый джемти, тоже им хорошо будет, удобно. У кого просто желтый джемти есть. Поставьте плюсики, у кого есть набор джемти. С блестками и без блесток. Вот. Любой джемти цветной подойдет здесь. Просто берете более светлый оттенок, чтобы золото перекрыло. Можно прихватить чуть-чуть. Поэтому не обязательно прозрачный джемти брать. Понятно? Золото барокко сейчас еще. Их видите, как удобно ставить? Вы ставите кисть, прижали и вот так круговыми движениями сняли кисточкой вверх. Тогда эти пупырышки будут очень аккуратные. Все, сушим 2 минуты. Так, здесь у нас тоже идет сетка.
Ну, либо вы вручную опять же делаете этот набросок. Я здесь нанесу сейчас топ-слайдер тоже. Я только на ложе нанесу, где мне приклеить надо слайдер, трафарет. Так, и берем золотой текстон. Напоминаю, что текстон продается в наборе, он поштучно не продается. Золото и серебро, они идут в наборе. Вот. И, кстати, кто не в курсе, у нас есть сейчас цветной текстон в наличии. Мы сейчас чуть-чуть привезли синий, розовый и черный. Кто давно спрашивал меня за текстон, что нужен цветной текстон. Вот сейчас чуть-чуть есть в наличии. Мы там привозили весной, когда был спрос на текстон. Так, теперь берем кисточку, которую не жалко. Это у меня кисточка есть. Старая кисточка. Я без фанатизма, я не пытаюсь разукрасить этот кругляшочек. Я его просто вот здесь сверху чуть-чуть пачкаю. Потому что если вы будете пытаться эту горошинку полностью разукрасить, у вас текстон, он может потечь. Ну, здесь забыла одну горошинку сделать, но потом сделаю. Все, вот этот вариант готов. Что касается текстона. Текстон, еще раз напоминаю, сушим феном. Это будет быстрее. Вот. И хотите, пройдите сейчас каждую горошинку теклосом перекройте. В принципе, если вы это делаете клиенту, и клиент у вас в ацетоне не купается руками, можно вот такие мелкие горошинки оставить и не перекрытыми теклосом, не защищенными. Потому что на самом деле текстон водой, его смывать очень тяжело. И ей на 4 недели хождения с этим маникюром хватит вот этого эффекта золота. Поэтому хотите конкретно бусинки, не перекрывайте сейчас теклосом, чтобы, например, время не тратить, если будете это делать клиенту. Вот. Если хотите заморочиться, то просто проходите вот так теклосом. Раз, 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 раз. Штатив показать? Хорошо, покажу. Так, а здесь у меня вариант идет, видите, просто с кромочкой золотой и со значком. А так как и для шармикона и для текстона поверхность нужна глянцевая, то я наношу здесь на весь ноготь теклос. Так, здесь для ложа вырезаем. Это готовые ногти. Смотрите, то, что я сейчас использую, это у меня тестовые образцы.
готовых гелевых ногтей. Это не верхние формы, это готовые ногти, которые я сейчас тестирую, и в Эйми они обязательно будут в продаже. Вот нравятся мне такие дизайны. Не то, что сейчас космические дизайны, пишет Капелян Нейл. Ну, ты знаешь, я люблю все. Я люблю и космос, и футуризм, и абстракцию. И вот такие брендовые, базовые, классические. Не знаю. У меня, видите, я периодически, у меня месяц я хожу с чем-то с классическим, вот как сейчас у меня фиолетовые ногти. Довольно-таки классические. А периодически я хожу, например, у меня тема футуризма, там, супрематизм. Сушим. Так, вот видите, уже один вариант готов. Здесь мы берем просто золотой текстун и рисуем линию улыбки. Для текстуна лучше иметь какую-нибудь отдельную кисть, купленную, например, в художественном магазине из белки, либо из колонка. Потому что синтетика очень быстро портится, но он и колонок очень портит текстун. Вот. И кисти мыть нужно в жидкости для снятия лака. Видите, кисть должна быть мягкая. Синтетика не подходит, потому что это кисти более упругие. Чтобы вот рисовать линии. Конечно, нужна кисточка мягкая. Вот, а для этого лучше использовать белку либо колонок. Все, делаем по периметру. Это очень популярная тема, особенно у американцев. Они же вообще не делают долго ногти. Эта технология готовых гелевых ногтей пришла к нам из Америки. Я раньше, знаете, смотрела на это с большим скептисом. Прям думаю, блин, ну что за фигня? Подставьте форму и нарастите ногти. А сейчас я поняла, это реально проблема. Найти в салон мастера, который помимо гель-лака может быстро нарастить большую длину, балерина, стилет. Потому что сейчас же тренд большая длина. Это реально тренд, который пришел к нам с запада. Вот. А так как сейчас не как раньше, можно было по 3-4 часа мы клиентов обслуживали. Ну, я, по крайней мере, так раньше работала. Я всегда делала длинные ногти моим клиентам. Вот, и можно было там 4 часа спокойно обслуживать. Сейчас клиенты хотят большую длину, но за 1.5 часа. Можно сделать, но это делают единицы. Вот, можно улучшить свой навык наращивания. Вот у нас есть отличный курс, называется «Курс скорость». Вот Аня Аколот дает на Эми онлайн. Вот, но не всегда это достаточно. Вот, и большая часть мастеров, вот сейчас вот в салоне у нас проблема, вот хочешь сделать огромную длину, семерка, ну не каждый мастер сделает тебе быстро, и чтобы это было красиво, а готовые, конечно, гелевые ногти решат эту проблему. Ультрабонд. Еще раз напомню, если у вас нет трафарета Эми, да, это трафаретный L-круст, стеганный маникюр, да, то вы берете вот эту стежки, вот эти полосочки, рисуете просто вручную, и все. Дальше, смотрите, нанесем теклос, но только на свободный край. Можно чуть-чуть зайти на стеганую часть, чтобы сейчас текстоном нам здесь френч нарисовать.
Ну, вот видно, сейчас текстон уже подсыхает, он у меня на воздухе сейчас подсыхает, потому что я фен забыла взять. А так, конечно, нужно брать фен, феном дуть будет намного быстрее, экономичнее по времени. Все, и делаем шармикончик Dolce Vita. Прям рекомендую, кто любит брендовый маникюр. Он сейчас есть в базовом ассортименте, поэтому закупайтесь, потому что вы же знаете, у нас коллекция шармиконов, они выходят, там год-полтора продаются, а потом мы убираем. Какие-то шармиконы там буквально 3 месяца попродавали и убираем. Поэтому пока есть он в наличии, сразу запасайтесь, потому что, как правило, видите, вот эти малыши, их нужно сразу покупать, 3-4 штуки. Это вот кто любит брендовый маникюр. Так, чтобы сделать вручную этот значок, сейчас я покажу. Сейчас мы перекроем финишем. Я пока жду, пока текстон высыхает. Пусть пока высыхает. И покажу, как значок Валентина вручную сделать. Так, здесь снова беру текстон. Беру кисточку для текстона. И сейчас рисую здесь тоже такой же френч. Последовательность выполнения вы можете свою выработать. Но так как я, видите, эти штуки делаю с текстоном, у меня вот такая последовательность. Текстон разбавить ничем нельзя. Хотя можно попробовать чистым ацетоном. Просто я не знаю, как будет при высыхании. Красивый эффект золота будет сохраняться. Потому что, в принципе, теоретически можно растворителем любым разбавить. Разбавитель лака, например. Сейчас мне нужно, чтобы он чуть-чуть подсох. Галь, слушай, принеси мне фен, пожалуйста. Сейчас все-таки я феном воспользуюсь, потому что время уже 48 минут, надо заканчивать. Так, я беру сейчас классический набор импасты. Здесь есть черный цвет импасты. Вот он, Black Tar. Black Tar. И можно взять золотую краску, либо намешать ее. Либо взять вот так вот, в чистом виде. Я сейчас просто на голой типсе покажу, как нарисовать значок. И вы этот значок Валентина можете сделать сами, не имея шармикона.
Делаете контур с условием, что мы сейчас его дублировать будем. Единственное, сначала потренируйтесь, не делайте сразу на типсе, потому что вот я сейчас даже делаю первый раз, вижу, что делаю неровно. Нужно сначала потренироваться, чтобы это было чисто и аккуратно. Все, короче, закосячила. Ну ладно. Я вам показываю, это вот у кого нет шармиконов, делаете, значит, все вручную просто и все. Здесь у нас была Black Tar, это краска без липкости. И Baroque Gold. Baroque Gold, кстати, продается отдельно. Так же, как и белый и черный, можно купить отдельно. Понятно, как сделаете значки сами? Конечно, с шармикончиками это удобно и красиво, и быстро. Ну, здесь забыла дырочку оставить. Так, здесь вопросов нет, я думаю. Так. Здесь получается, нам нужно перекрыть френч теклосом, да, чтобы защитить свободный край. А на ложе мы наносим другой финиш, мы наносим матовый. Да, девочки, у меня линиарка обрезанная. Вот она, 5/0, КЗЛ 5/0. Белая синтетика, и видно, она, видите, у нее кончик тупой. Я взяла ножницы, вот так, такой маленький надрезик сделала, так ее притупила. Катя, простите, не по теме, как вы себя чувствуете после медитации? Смотрите, девочки, я когда приехала с ретрита, меня первые 2 дня... очень сильно штырило, я себя плохо чувствовала. У меня прям, знаете, такое чувство, как отходняк начался. И я вот поняла, потому что я вернулась, ну, как бы, в поле тех же событий, тех же людей. И у меня начали вставать, проявляться те же реакции старые. Вот, и там, видимо, знаете, как у меня за 7 дней физика одна выработалась у моих клеток и у моих нейронов. А тут я приехала в старое, и мне, конечно, так было не очень хорошо. Но сейчас, благодаря тому, что я не бросила медитацию, я себя прям заставила каждый день вставать, каждый день медитировать. И сейчас круто просто. Я очень рада. Я причем встаю без будильника, раньше будильника встаю, представляете? Кто бы мог подумать еще полгода назад, что я буду медитации не пропускать, еще и без будильника бежать их делать в 5 утра. Поэтому вывод, настроение у меня хорошее. И чувствую я себя хорошо. Я вот за эту субботу-воскресенье, я прям аж, знаете, как у меня обложило горло сначала. Я вообще не могла понять, почему у меня горло обложило. Вот, но я буквально вот сутки-двое, и все, я восстановилась. Причем восстановилась, я даже, ну вот, мне муж говорит, полощи горло. Я говорю, не хочу, мне лень. И оно у меня все само прошло.
Я себя теперь называю волшебницей. Катя волшебница. Я сегодня утром так и пришла, сказала мужу. Я говорю, я теперь волшебница, говорю, обращайся. Все, вот так вот монотонно делаем то, что мы делали на другом пальчике. Сейчас я эфир сразу же выгружаю в ленту. Я его сейчас сразу же сохраню. Там будут прописаны все условия батла. И следующий пост я следом же выложу где-то в середине дня фотографию, готовую с типсами натюрморта и с продуктом Эми. И потом выложу ногти. Чтоб либо так делаете. Либо на себе делаете 5 пальцев фотографию с этим дизайном, либо делаете 5 типсов, красиво раскладываете и фотографируете красивый натюрморт. Ну, все, я думаю, что дальше нет смысла продолжать. Дальше все, как мы делали на предыдущем, видите, варианте. Сейчас заканчиваем, пупырышки делаем. Вот такая композиция. Видите, у меня один ноготь голенький, с буковкой В, а мизинец, видите, у меня вообще пустой. Все. Сейчас я все это сфотографирую. Все опишу чуть. Любая форма. Смотрите, форма любая, девочки, форма любая.